Торжественная встреча прошла в здании легендарной Мацесты, которая в годы Великой Отечественной войны наравне с другими здравницами курорта принимала раненых. На встречу были приглашены все категории ветеранов, от участников боевых действий до тружеников тыла. Это замечательное мероприятие нужно, наверное, не столько тем людям, которые сегодня сидели за столом, сколько нашей молодежи, чтобы они могли соприкоснуться к тем людям, которые действительно жили во время Великой Отечественной, которые ковали победу, которые сделали победу, сделали нашу страну державной. Также ветеранов поздравили депутаты городского собрания Сочи. И это только одно из немногих мероприятий, которые запланированы на курорте в преддверии Дня Победы. Подобные встречи проходят в каждом районе города.